Hi guys, с вами Владимир, канал Гильдия. Вот, здесь вот увидел несколько интересных заданий и довольно-таки денежных. Вот, дело о пропаже человека на 18 тысяч уеков. Возьмем. Вот, плюс к тому общее расследование. Изучите останки застрахованного корабля, 9 тысяч уеков. Давай тоже возьмем. Так, и общее. И расследование. На днях было сообщено о пропаже одного из наших давних клиентов, Фидель Конг. Прежде чем мы можем точных выплат, нам необходимо без обшивки установить текущий статус клиента. Ну, как-то, ну-ка, найм. Ну, выселение незаконных жильцов это уже было. Просто подстрелить кого-то. Короче, ну, тоже можно, но, наверное, пока нет. Поход за головами. Обслуживание. Поиск. Доставка. Ага. Но нет, тут, короче, довольно-таки далеко. Так, ну да, расследование, еще вот это возьмем. Принять. Вот, и поедем тогда вот сюда, 18 тысяч уеков. Так, зайти в корабль. Хотя нет, нет, мы можем найти на этом, в аэропорте Тиса, можем на самом деле самый базовый грузовой корабль взять в аренду, попробовать купить лекарства в одном месте и продать в другом. Насколько это будет нам выгодно. Так, включаем. Смотри-ка, там даже туили никакие не работают. Можно было бы и не рисковать. Ладно. Так, это убираем шасси. Сейчас, короче, надо будет тогда, значит, выйти на орбиту. И... А. Так, сейчас, короче, маршрут проложу тогда. Так, маршрут надо тогда проложить до гавани Эребус. Нет, гавани Эребус. Так, это я где? Ага, маршрут. Так, через... Выйдем через Ом на маршрут. Так, вот у нас Ом. Ага. Сейчас покинем атмосферу, прыгнем сюда. И потом... Прыгнем, короче, к тому месту, где находится
пропавший человек. Посмотрим, что там интересного такого. 18 тысяч кредитов платят. В принципе, неплохие деньги. Вот. Так, где это у нас место это находится? Остров. Короче, хер знает где. Значит, надо поискать место, которое поближе к тому острову. Так, давай-ка туда отменим. Хотя, может быть, ну-ка. Ага, он, короче, на другой стороне тоже находится. Ладно, давай туда прыгнем туда. Где остров? Ага, 1800. Ну, все равно, короче, на другой стороне планеты находится. Так, посмотрим. А вот, смотри-ка. Недалеко находится ESKSD Breakridge. Давай туда. Что-то сервер сейчас прям заработал хорошо. Ну вот, смотри, вообще чудесно. Так, ну 20 километров сюда. И, соответственно, 54 километра туда. О, как хорошо-то я придумал-то. Да, водородного топлива мало, я согласен. Надо будет сегодня подзаправиться. Сейчас, короче, 3 миссии выполним. И потом в следующей серии я попробую взять в аренду корабль и подобывать, короче, руду. Вот. Смотреть, насколько это вообще выгодно. Ну тут хоть безопасно будет, тут хоть тебя никто не будет обстреливать из турелей. Хотя хер его знает, смотри, там получается 18 тысяч денег платят, не просто какого-то чувака найти, сдохший он или нет. Значит, наверное, что-то там серьезное. Могут быть какие-нибудь персонажи не очень хорошие. Персонаж уже пить хочет. Начинать хотеть пить. Начинает хотеть пить. Ну да. Так, вот мы летим. Там очертания планеты уже виднеются. Километров осталось до острова корабля. Сейчас все исследуем. Очень интересно. Кстати, давай, мы же здесь посылку-то никакую не ищем, правильно? Хотя... Не, ну хотя да, давай попробуем какую-нибудь посылку забрать. Какую-нибудь коробочку. Попробуем эту коробочку куда-нибудь продать. Возможно ли это вообще или нет? Потому что рядом с островом лежат, короче, лежит лут обычно какой-то. Я вот и думаю... Можно ли это все взять, этот самый? Жалко, что, конечно, титан нельзя был тот взять рядом с тем местом.
Может, специально заблокировано как-то? Так, давай включим подсветку. Пускай будет. 15 километров еще лететь. Сюда, по идее, движки нужно на Аврору побольше поставить, двигатель. Ну, в смысле, получше. Но боюсь, что при крушениях корабля все улучшения будут, короче, пофуканы. Поэтому пока что как есть. С крушение корабля может быть по-разному. Тут даже и виноват-то ты сам не будешь. Так, на самом деле туман, давай без этого. Так хоть чуть-чуть видно на самом деле. А так совсем не будет видно ничего. Так, ну вон у нас остров. И еще какая-то цель там виднеется. Что это такое вообще? Это корабль вообще? 3000 метров. Вон, смотри, что это такое? Корабль или нет? Или цель? Снизим скорость. Блять, это цель. Это корабль, наверное, какой-то, да? Ну давай на 800 метров где-нибудь сядем. Чё-то у нас под нами. Ага, обломки какие-то. Метров. Вон там остров. Давай-ка, наверное, тогда сейчас где-нибудь здесь присядем. Какие-то товарищи там. Короче, не все просто так. Да, где-нибудь здесь. Не просто так-то. Он тут не мелочь по карманам тырить. Так, погоди-ка, а шасси-то я выпустил? Нет, шасси не выпущено. Вот, теперь шасси выпущено. Ага, там кто-то есть. Давай туда. Тогда все выключим. Какие-то там нехорошие персонажи. Или корабль целый. Вражеский. Давай-ка посмотрим, что здесь. Ни разу еще в такие миссии, короче, не ввязывался. Ну, ввязывался по исследованию. Так, вон он, остров. Давай-ка возьмем оружие, наверное. Очень сильно нам может пригодиться пока. Башня какая-то труба большая, смотри. Чё тут за башни такие стоят? Не все просто так. Абсолютно не все. Здесь что-то жарковато на этой стороне планеты. Смотри, 20 градусов. Сейчас посмотрим. Такую миссию я еще не брал. Очень интересно. Это еще что такое за искры? Там вон какая-то опасность. Ну, сейчас посмотрим. Башня. Сейчас корабель этот обследуем. Ух ты, классно.
Так, что за опасность-то здесь была? Там корабль, что ли, какой-то стоит или нет? Да, вроде нет. Больше на пушку смахивает. Давай подсветимся. Хотя там могут быть кто-то. Кто-то может быть там. Какой-то противник может быть. Разметал, короче, корабль. Ну-ка. Тебя ищет? Вроде бы не его. Так, тут у нас... Черный ящик. Так, а черный ящик-то нет, случайно? Черный ящик, правильно? Так, чего здесь? Вот еще труп какие-то. Тебя ищут. Так, найдите офицера службы безопасности. Ага, задание выполнили. Ну все, выполнено. А черный ящик... 18 тысяч. Ну вообще супер. Я-то думал, какая-то опасность будет. Ну вот 110 тысяч, смотри-ка. Так, давай к следующее задание у нас какое-то здесь было. Принятые. Вот, смотри-ка. Нахер стыдно, следите. Не сюда случайно? Ха! Сюда! Сюда, блять, охуеть! Охуеть, два задания в одном месте. Вот это повезло! Так, сюда никак не по... Отсюда никак не попасть туда. Вот это повезло, так повезло, ничего себе. Так, тут нужно... Быть-то могу как-нибудь? Ну да. Шикардосик. А чё здесь за пушка такое? Или чё здесь такое, что представляет опасность? Чё за корабль-то? Это не минерал случайно? Который можно добыть? А, погоди-ка, а вот, смотри-ка, что это такое. А давай-ка сходим. По идее, это, конечно, может быть и крыло. Но может быть что-то еще. Это корабль. Целый. Ну-ка, 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 ну-ка. Уже тут кораблями даже разбрасываются. Наверное, столкновение какое-то было. Титанчик. Титанчик лежит. Ты смотри-ка. Вполне себе рабочий. Застрял. Ух ты. Ты, ух ты. Так, работающие двигатели. Открыть можно?
Конечно, мы никак не попадем сюда, правильно? Может быть, лучше как-то запрыгнуть наверх? Может быть, как-то можно подвинуть его кораблем другим? Блять, прям титаны, смотри, как это самое, попадаются часто. Застрял, что ли? Давай-ка, ну-ка, ну-ка. Попробуем зайти вот здесь. Хуюшки, да? Блять, жалко, корабль-то хороший, смотри. Лежит. Еще бы его и открыть бы. А-а-а. Скотина, работающие двигатели. Вот, а если бы серию не стал бы записывать, так и не узнали бы, то очень много всего можно тут намутить. А можно ли, интересно, его как-то сдвинуть? Погоди. Другим кораблем моим. Я бы титан бы забрал бы себе. Может, добыча какая-то была бы законная. Открыть-то как-то можно это? Блять. Ладно. Давай сейчас заберем... Да не надо. Давай сейчас заберем груз. Попробуем его сдвинуть. Титан. Ух ты, ух ты. Ни хрена себе, видал? Титанище лежит. С работающими двигателями. Кто-то забыл. Сплошное везение. Так, сейчас мы, короче, этот груз-то заберем. Оттащим на корабль. Этот корабль, кстати, очень похож на... На фрилансер. Есть такой корабль. Ну-ка. Целый рабочий корабль. Вот этого вообще такого нет в Elite Dangerous. Даже и нету. Опа. Все, смотри, шикардосик. Две миссии, короче, в одном месте. Ща положим к себе на корабль, попробуем подвинуть тот. Но если получится, может и не получится. Охуеть. Вот в Elite Dangerous реально нечего делать по сравнению со Star Citizen. Тут смотри, какие вообще события бывают. Конечно, это может быть и баг какой-нибудь, но все равно. Нихера себе. Во-первых, в Elite Dangerous ты по разбившемуся кораблю вряд ли полазишь, правильно? А тут разбившийся корабль, и нужно спасти какой-то маяк, черный ящик. И еще что-то. И корабль застрял, и там вот еще один был, привязанный. Там, может быть, он был привязан рядом с этим. Был там привязан рядом... Блять, вот жалко, что трос какой-то нельзя здесь, типа, сюда добавить. Погоди, а тягловый луч? У меня аж есть тягловый луч. Но я не думаю, что он будет работать на этой планете. Но вообще, надо попробовать. Так, зайти в корабль. Давай сейчас поближе подлетим. К титану. Попробуем тягловым лучом его как-нибудь. Так, взять. О, не-не-не. Да ну в смысле, ты чё? Завис, что ли? Изучите останки застрахованного корабля. Изучил. Ну ты, бля. Ага, смотри, нельзя его, короче, положить. Вот ты скотина. Ладно, у нас тут есть альтернативный вариант. Это вот как-нибудь так. Ну и пускай лежит, потом отнесем. Правда, мы его не сможем тогда положить.
Заберите груз. Ну, забрал. Странно. Вот с этой миссией, конечно, все очень странно. Принятые. Заберите черный ящик из места крушения на Хёрстоне. Ну, блядь, забрал, чего? Может, надо взлететь и сесть? Ну, давай попробуем взять. Не, ну хотя пускай лежит. Ну-ка. Давай, наверное. Включите останки страхового корабля. Взять. Положить почему-то никак не получается. Да, вот это плохо. Ладно. Давай-ка тогда занять кресло пилот. Давай-то поближе подлетим. Во-первых, чего вот это такое? Это на Титан показывает, да? Ну да, на Титан показывает. Типа вражеский Титан. Ладно. Давай-ка... Тогда, может быть, изучить останки застрахованного корабля. Может, надо прям изучить их? Ну, допустим, давай сядем. А, ну вот. Ага, все, отлично. Вот, разместить теперь. Надо было, короче, подлететь просто поближе. Куда ты пропал, алло? Ой, пиздец. Да, еще ближе подлетим. Здесь сядем. Вот такого в Elite Dangerous точно нет. Смотри, сколько приключений уже. Вообще, блядь, провалился сквозь текстуры. Ой. Где ящик-то? Вот он. Блять, куда ты упал сквозь текстуры-то? Еще корабль, что ли, сломан у меня? Вроде бы нет. Вот. Доставьте груз в черный ящик место под названием космопорт Тиса. Давай его тогда куда-нибудь на пол положим, раз такое дело.
но как-то так. Так, теперь надо достать черный ящик. Ага. Не, ну погоди, вообще-то там титан целый лежит. Ну-ка. Выйти влево. Это мы всегда успеем доставить. Как насчет титана вот этого? Получится его каким-нибудь... Корабль, что ли, был или нет? Чё, такой металлолом, короче, лежит прям корабельный. Получится ли титан сдвинуть? Погоди. Тягловым лучом. Так, тягловый луч, тягловый луч. Так, приспособление для резки. Алло. Так. Ой. О-о-о. Темнеет быстро, смотри-ка. Вообще темнеет быстро. Ой, ужас. Ну ладно, давай хотя бы так. Или нет, теперь посветлело. Чё за дела? Странно. Получится ли тягловым лучом как-то сдвинуть корабль? Интересно, можно ли туда вообще попасть? А, условия. Короче, условия неподходящие. Ну, может, попробуем кораблем сдвинуть? Такие дела, ни хрена себе. Кстати, давай на картинку что-нибудь сделаем, возьмем. Ну, какого-нибудь персонажа. Ну-ка, давай-ка вот здесь симпатично выглядит. О, смотри, вообще шикарно. Пойдет вот это на часть превьюшки. И пойдет на часть превьюшки какой-нибудь дохлый парень. Там есть что-нибудь? Бля, как же я люблю, блядь, Star Citizen. Вообще охренительная игра. Тут не приляжешь, конечно. Ничего не работает. Такого нет ни в одной игре, где ты исследуешь заброшенный корабль. Вообще нет такого нигде. Тут мы были уже, да? Ну да. Нет, не были. У нас кусок лежит. А где дохлый пацан лежит? Турель. Погоди. А, это можно взять? Взять. А? Лут. У нее просто... А, вот еще дохлый пацан. Ну ладно, дохлый пацан, пойдешь тоже на часть превьюшки. Вот так вот. Охренеть. Тогда попробуем сдвинуть титан. Он все равно чей-то. По-любому. Двигатели работают. Надеюсь, короче, не взорвется. Посылка, сука, двигается. Это мне не нравится. Она. Ну-ка.
Оп, короче, был бы прецедент. Взял бы себе и целый титан присвоил бы. Так, давай включим подсветку. И на какой-нибудь малой тяге подлетим сейчас. Попробуем сдвинуть. Шасси у меня пока есть. Ну, давай попробуем сдвинуть кораблем. Ведь он, конечно, меня стрелять не будет. Там вообще есть кто-нибудь? Давай зависнем над ним. Ну-ка. Есть кто-нибудь в кабине-то? Интересно. Что-то просмотреть. Нет, кабина пустая. Смотри-ка. Главное, чтоб не зацепиться ни за что. Давай, двигай. Получится. Может быть, сдвинуть... Блять, целый корабль лежит, а целый корабль. С работающими двигателями. Охуеть. Может быть, так получится? О, смотри-ка. Чё это было? Вообще, блядь, завис. Ух ты, ё. Аккуратненько. Может быть, как-то его перевернуть? Давай сбоку подлетим, перевернем. Давай так. Собака, а? Застрял, блин, в одном месте. Вообще даже на какой-то высоте застрял. Кошмар. На трубе на какой-то застрял. Ну-ка, а если его попробовать... Да я понял, что можно столкнуться с ним. Давай на крышу попробуем перевернуть. Нет, не получится. А если снизу как-то? Так, а если я как-нибудь вот так боком подлечу, смогу ли я? Раз. Аккуратненько. И, допустим, открыть дверь, если... Только... Ого-го, опасно. Да, ну не. Ну ладно. Не, ну здорово, конечно. Теперь как я войду обратно? Блять, как обратно-то войти? Хотя нет, можно. Секунду. Нет, не то. Получится? Да, ну ладно, дверь хотя бы открой.
Блять. Ну, такие дела. Ну, ладно. Ладно, короче, подписывайся на канал, ставь лайк, вставляй комментарий. Такая вот интересная серия у нас была. И всем пока.